Двукратная чемпионка Европы, чемпионка мира Евгения Медведева. За Олимпиадой не оставили равнодушным слезы Евгении Медведевой, блистательно откатавшей произвольную программу. Позже Женя скажет, плакала от напряжения, не хотела никого подвести и не подвела. От лица всей нашей команды хотелось бы поблагодарить за возможность выступать на этих Олимпийских играх. Ведь это те соревнования, к которым мы все готовились всю свою сознательную жизнь. В свое выступление мы вложили всю свою душу без остатка, и эти медали мы завоевывали для нашей Родины. Спасибо за ту поддержку, которую мы чувствуем изо дня в день. Россия в наших сердцах. Спасибо. Ну, что бы вы выбрали? Четверному прыжку я бы научилась бы за полчаса, мне кажется, это здорово. Скажите, Женя, какой самый необычный подарок вы получили от своих поклонников? Фигурки персонажей из аниме? Которые сделаны из сахарной мастики. Я даже не сразу это поняла, пока не прочитала записку, которая была приложена к этому подарку. Здравствуйте, Евгения. Говорят, что учителя и ученики учатся друг у друга. А как вы думаете, ваш тренер научился от вас чему-то? Если да, то чему? Такие вопросы, наверное, лучше задавать Этери Георгиевне. Так как я не знаю, какие черты характера у меня хорошие, какие плохие, мы все индивидуальные, но, наверное, иногда я все... プロデュース力もあるというふうに言ってもいいと思うんですよね。素晴らしいですね。その世界観を一気にこう高めて作り上げてしまう。もう本当にこう見ている会場の皆さんがこう見入ってしまう。 フィギュアスケートのベーシックな部分、スケーティングだったり、その表現、演技力というところで、やはりこのスケーターは見せてくれますね。こう見ていても自分の心。